Привет, друзья! Сегодня, 10 февраля, в 6 часу вечера, в Белебеевском районе Башкирии на 10 километре автодороги Белебей, Николаевка, Туймазы, Бакалы произошло ДТП. Столкнулись попутные Нивы и Митсубиши Паджеро. Водитель и пассажир первый, госпитализированные с тяжелыми травмами, позже, к большому сожалению, скончались. В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются, ведется расследование всех возможных причин. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.